То, что именитый театральный режиссер страны Нурканат Джакупбай принял приглашение поработать в Актюбинском драматическом театре, руководство, да и актеры театра считают большим успехом. Ведь, по их словам, в очереди к сотрудничеству с режиссером годами стоят театры по всему Казахстану. Нурканат Джакупбай, который на данный момент является художественным руководителем и главным режиссером Астанинского театра молодежи, готовит в областном драмтеатре музыкальную драму «Махаббат Муна» по произведению Тахауи Ахтанова. Мы всегда стараемся приглашать только самых лучших, чтобы молодым режиссерам и актерам было чему поучиться. Это всегда новый опыт. Сегодня моя цель и моя мечта, чтобы из этого получилось что-то стоящее, хорошая постановка, которую можно будет представить на республиканском фестивале. Бывают режиссеры разные. Режиссер-постановщик, режиссер-толкатель, режиссер-идейный. Режиссер-педагог. А в этом человек все собраны, он сам актером был, понимает душа актеров. Очень интересно, с утра до вечера актеры не уходят домой, интерес с ним. Вот теперь мы хотим подарить зрителю очень необыкновенный мюзикл, драма. Такой истории Актюбинского театра не было. Особенность музыкальной драмы «Махаббат Муна» в том, что здесь актеры будут сами и петь, и играть на музыкальных инструментах, и все вживую. Помимо музыкальной драмы «Махаббат Муна» до конца года областной драматический театр имени Тахауи Ахтанова обещает актюбинцам еще 5 премьер. Асель Кинжалина, Канат Аспагамбетов, программа «Факт».